Всем привет, милые феи рукодельницы! Сегодня мы с вами разберемся, как связать патентный столбик. С вами Ирина Невзорова, вы на моем канале Школа Вязания, где мы учимся вязать правильно и красиво. Итак, патентный столбик. Что это такое? Это обычный столбик с накидом, но провязывается дополнительной петлей. Для чего его используют? Обычно для филейного вязания. То есть квадратики в таком исполнении, да, столбика становятся четко квадратными, не вытянутыми, как в обычном столбике. Да? Итак, как он вяжется? Когда мы начинаем новый ряд, ему соответствуют 3 воздушных петли подъема, как и на обычном столбике. Патентный столбик чуть-чуть длиннее, чем обычный. 2 петельки мы делаем. Ну вот для этого узора. И дальше. Сам столбик. Делаем накид. Просовываем крючок в нижнюю петельку. И вытаскиваем. Вот так вытащили. У нас сейчас 3 петельки на крючке. Первая, вторая, третья. Обычный столбик мы провязали бы сразу 2 нити. Вот эти. А патентный вяжется по одной. Вот. Сначала первую. Затем захватили нить. Уже вот эту ниточку с накидом. Затем захватили нить и 2 провязали. Вот, он более стройный, более высокий и более плотный. Вот такой вот столбик. 2 воздушных петли, накид. Смотрите, протаскиваем вниз, вытаскиваем петельку. И провязываем сначала эту петельку, и потом уже 2 и 2. Вот, давайте сравним с обычным столбиком, когда мы просто провязываем вместе и вместе. Вот, разница чувствуется, да, более плотный столбик, и он выше, вот, чуть-чуть выше. Это обычный столбик. Еще раз показываю накид, да, просовываем внутрь, вытаскиваем петельку, провязываем только ее, затем 2 на крючке и еще 2. И вот он такой высокий, красивый получается. Если вы любите вязать филейное вязание, это прям ваш столбик будет, вам будет комфортно его вязать, и будут сами ячейки более плотные и красивые, да, то, что они провязаны идеально квадратной формы. Вот так он вяжется, это совсем легко, не сложно. И если вам понравилось, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на наш канал обязательно, чтобы быть в курсе новых интересных уроков. И любой вопрос, пожалуйста, спрашивайте в комментариях, с удовольствием отвечу. Всем вам легких петелек, вяжите с удовольствием. Пока-пока!